18 октября в Баку проходит первый национально-туристический саммит, а также презентация национального бренда по туризму. Организаторами мероприятия выступает Государственное агентство по туризму, Бюро по туризму. На саммите представлен новый туристический бренд Азербайджана, созданный с участием как местных, так и иностранных специалистов. На саммите также представлена концепция продвижения бренда, стратегия его позиционирования как на глобальном рынке, так и в отдельных странах и регионах. Развитие туризма – один из приоритетов Азербайджана, заявил на саммите председатель Государственного агентства по туризму Фуат Нагиев. Он отметил, что в Азербайджане сфера туризма решениями главы государства определена в качестве приоритетного направления развития экономики, объявлена индустрией государственной важности. Руководство страны уделяет туристической сфере особое внимание. Именно под этой торговой маркой в ближайшие годы наша страна будет позиционировать весь комплекс туристических товаров и услуг, которые будут способствовать формированию бюджета государства, открытию дополнительных рабочих мест, обеспечению доходов широких слоев населения, сказал Фуат Нагиев. Севда Джафарова, Вишал Тагиев, Наиль Бабаев, Азертач.